Всем приветики. Купила себе кое-что интересненькое. Ну или не очень. Сейчас покажу. Вот в таком красивом мешочке. Весь он такой разноцветный, блестящий. Вот эта сумочка, да чего же она классная. Вся такая переливается, блестит. Заслуживает отдельного внимания. Прям, блин, супер вообще. Классная. Лежал вот такой вот браслетик. Вот так вот он выглядит. Сейчас его распакую. Ну и вот он уже без упаковки. Такой вот браслетик на руку. Вот эти штуки, как бы они лечебные, по идее. Магниты, инфракрасные какие-то там. Ой, короче, я не помню, здесь какой-то Германии, там еще что-то такое. По идее, лечебная штука. Оно и красиво будет на руке смотреться, и заодно будет какое-то полезное влияние оказывать. Ну, вот так вот он смотрится на руке. Правда, его надо немножко укоротить, это он слишком большой. Одно вот это вот звено можно снять, как бы. Тогда будет в самый раз. Такая вот штука. Ну, вообще круто смотрится. Она получается как все равно такое хромированное, еще с золотыми вставками, такими. Вот такая вот штука. Классно смотрится на самом деле. Вот. Кстати, вот эта вот защелка, ее одному без чьей-то помощи сложновато одевать и снимать. Пока защелкнешь вот это на это, как бы сложновато даже немножко. И вот, получается, ее надо укоротить, так как оно слишком длинное для меня. И здесь вот есть такие вот, как бы, стержни, на которых оно держится. И можно, я вот ножничками туда начал давить, и она просто, там как такая защелка, и вот она выскочила. Вот эта защелка, она выскочила, получается. Единственное, что, если достать, я вот посмотрел, здесь равное количество всех этих кружочков. Если какой-то убрать, то будет не хватать, получается, вот раз, два, три, четыре, пять черных. Раз, два, три, четыре красных. Раз, два, три, четыре, пять просто магнита. И раз, два, три, четыре белых. А если что-то убрать, допустим, то будет не хватать уже, мне кажется. Ну что здесь получается? 5 магнитных вот этих вот штук, 5 черных, 4 красных и 4 белых. А так получится, допустим. Хотя, если 2 снять, вот черная и магнитная, то получится, что их будет везде по 4. Да, надо, наверное, так и сделать. Их по 5 везде. Так, эту штучку достать. Вот этот штырек, я его достал, и оно сразу рассоединилось. И, наверное, вот эти вот, это же мне надо назад приклеить, то есть вот так вот, либо вот так вот. Сейчас померю и сделаю. Достал я наконец вторую, но, блин, каких же мне космических усилий стоило вытащить вот этот вот штырек второй. Я уже и так, и сяк, уже и скрепку принес. И никак, и вот, блин, еле-еле кое-как.
Наконец-то вытащил. Сейчас еще вот эту вот уберу. Вот эту. На место этой поставлю вот эту. Тогда можно будет примерить. Вот и третью я достал. Легко было. Просто взял ножничками так. Нажал вот в это отверстие, которое там сбоку. Так, тык, и она вышла. А вот в эту жал. Никак. Взял скрепку. Уже отверткой хотел. Там ножницами. О, это зам. А вот эти две легко как бы. Сейчас попробую соединить. Ну вот как-то так оно и выглядит получается. Вот эту я уже защелкнул тут, а эти я не защелкивал. Мало ли вдруг еще понадобится. Как-нибудь их добавить. Или, ну, зачем их защелкивать? Все равно они как бы пока что сняты. А здесь я уже все защелкнул. Теперь это выглядит так. Так, теперь это выглядит вроде везде. Теперь одинаковое количество. Этих 2, 3, 4. Черных 1, 2, 3, 4. Красных 1, 2, 3, 4. Белых 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Да, теперь все по 4. Ну и на руке должно сидеть по не так сильно болтаться, получше. Ну вот, так вот теперь смотрится на руке. Блин, круто, по-моему. Реально классно. Аж приятно. Такая вот штука. Как будто бы серебро и золото. Такие линии золотые. И само такое, как будто бы серебряное такое. Классно. Смотрится, конечно. Вот она. Моя красавица. Блин, не, ну классно на самом деле. Мне нравится, очень нравится. И сидит уже вон, никаких люфтов, уже ничего такого нету. Как раз по руке. А убрал я всего лишь две штучки такие. Вот они. Ну и здесь вот оно теперь такое. Классненько. Буду теперь с браслетиком ходить. И оно как и украшение, как лечебное свойство будет оказаться. Так что два в одном. На этом все. Всем пока.